Добрый день, иеромонах Фадей, настоятель двух сельских храмов. Храма в честь Федоровской иконы Божией Матери и храма святой равноапостольной Марии Магдалины в селе Покровка. В наших храмах есть уникальные святыни, частицы мощей святой Марии Магдалины. Это дар владыки Ефрема из Троице-Сергиевой лавры, из академического храма. И дар белорусских прихожан, частица мощей святого Стиляна Чудозаступника. Перед этими святынями регулярно совершаются молебные последования, чтение акафиста. Также еженедельно в нашем храме читается ночная псалтырь, на которую вы можете подать записки как о здравии, так и о упокоении. Храни вас Господь.